проходим акклиматизацию, так сказать. Не, в целом нормально. Не сказать, что у нас такой загруженный график. Но, в принципе, дали время немножко погулять, посмотреть Стокгольм. Вот красивый город, в принципе. Со всеми ребятами разговаривали, все в восторге. И проводят, в принципе, хорошее время, поэтому все довольны. Лига, на самом деле, заинтересована в том, чтобы привлечь европейских болельщиков и так далее. То есть, насколько это необычно, вот именно в регулярном сезоне, и такие довольно-таки серьезные игры, на кону 4 очка, и тем не менее приехать сюда вот, и быть частью этого. Ну, на самом деле, интересно, потому что первый раз я принес в такую ситуацию, как и многие другие. А вот, и здорово то, что шведы приехали играть у себя дома, да, тоже Ланды, сколько вообще прям Стокгольм, поэтому для него это как бы такое грандиозное событие. Ну, здесь много людей, много народу придет поболеть за него. Вот, и в принципе, как бы перелететь в материк настолько, как сказать, так, далекая такая поездка была. Вот. Ну, хорошо, что у нас есть несколько дней как бы до игры, то есть мы не сразу прилетели в притырку. Вот. А есть время акклиматизироваться, есть время прогуляться, посмотреть, отдохнуть. Вот. Понятно, как бы время другое, вот, нужно будет немножко привыкать. Но, в принципе, как бы Оттава тоже в таких же условиях. Вот. И таких, в принципе, минусов нету, и мы никаких таких проблем не испытываем. Поэтому, я думаю, следующие несколько дней будут очень интересными. И, как бы, будет интересно, как играть здесь, в Стокгольме, при шведских болельщиках. Говоря о болельщиках, мы знаем, что с вами приехала тоже целая команда. Расскажите, кто приехал? А еще едут. Да, у меня много кто. У меня и мама с папой, и дядя с женой, да, мои друзья. Вот, поэтому это около 10 человек у нас собирается. Вот, это вечером обязательно увидим. Сейчас они уже должны прилететь. Вот. И посмотрим, конечно, как бы не всегда удается. Понятно, родители приезжают несколько раз в сезоне. Вот, но мы еще в Денвере не были, а так, как бы такая возможность, недалеко от дома мы играем здесь, в Швеции, в принципе, там несколько часов лету. Вот, и плюс, как бы друг мой, лучший вообще ни разу не играл, он приезжал ко мне в Эдмонтон, один раз у меня получил травму, вообще не играл, то есть он приехал, так посмотрел игры, вот, когда это не 3 года назад было. Вот, а сейчас, говорит, хоть я приеду, посмотрю вживую, поэтому сколько лет, вообще не видел, когда это интересно будет. Швеция очень популярен хоккей, они неплохо выступают на интернациональной арене. Насколько тяжело было достать билеты? В НХЛ ничто не тяжело. Все было легко, все было четко. Говорили уже об этом уже дома, в Денвере. То есть мы заранее бронировали билеты, заранее я знал, сколько мне людей приедет. Вот, и чтобы не было суеты, чтобы не было такого, чтобы за несколько дней как бы надо было там суетить за свой билет. Поэтому мы все сделали дома. Плюс у североамериканцев мало кто сюда приехал. Кто первее подошел к тому или иному игроку, тот успел как бы за бесплатные билеты. Ну, понятно, не все бесплатные билеты хватило, поэтому пришлось немножко раскошелиться. Ничего страшного, я думаю, того стоит.